Ну что ж, вторая карта, это Инферно, это всем тим, это БТВ, это с нами Андрей. Газ. И ножи, скорее всего, взяли сейчас всем тим, так как они играют сейчас за диффузы. Да, и берут первый раунд. Но все равно, команда BTV ставит бомбу, на этом зарабатывают себе небольшой приз. Нихти, да, по-моему, поставил бомбу? Да. У него больше всех очков за одно убийство. Так, ну что ж. 1-0. Пистолетку взяли сейчас. 7 тимовцы. Посмотрим расклад какой. 3А, 2Б, ну, в принципе, тут всегда так. Аркада. Вурдалак в своем репертуаре просто сейчас, да. Да, будет ребят выбирать. Ой, тут забрали его. Он всегда вышел. Совсем просто сейчас вышел демон, я этого не понимаю. Он мог где-нибудь там засесть. Мифти, опа, встречает ребят. Нет, Мифти встретили, размен, Мифти стей. Ставится опять бомба. Опять. Зачем ребята дают ставить бомбу? Ты смотри, с банана уже обходит. Хаус дает минус. Инфа, что идет с банана. Ой, сейчас я своего не убил. Ну, бомба диффузится. Все, хаос, просто потом услышал Шелли и дал минус. 2-0, но бомба уже была поставлена, и все, это бай раунд у команды. А, есть. BTV. Дали просто сейчас два раза поставить бомбу. Показывает стей, что у него 636 набитых на эмочке. Это вообще круто. Он крутой. Ну, ой, красиво, ребята. Просто минус 5 себе и минус 13 другу. Вообще нормально. Смотри, как встали ребята. Ай. Уже убежали. Стоял сейчас People стоял сейчас на. Мне кажется, Вурдалак стоял по раунду. Сейчас вот он только побежал с базы. Ну, как бы. Он с дропом бежит, как сейчас посмотрим. Не, ну он стоял по раунду. Не пол раунда, а вот начальное время. Он стоял полностью, еще стоял некоторые. Хингиз дал минус. Перетяжечка пошла на А. Ну все, вышли мид сейчас, ребята. Все, уже тут побежал он на хилку. Вурдалак сейчас может сделать минус, просто выйти. Красивый пичок минуса должен дать сейчас. Ой, Вурдалак, да, делает минус 2. Оставляет просто красным Чингиза, и все, это перемычка на Б. Я думаю, ребята, ну вот ребята просто не понимают, что это перемычка. Сейчас фейк будет делать Чингиз, просто понимает, что он красным должен бить. А потный демон уже понимает это. Да, потный демон уже. Ой, смотри, а ребята развернулись и побежали на А. Просто, мне нравится вообще вот это вот. Да, Чингиз делает минус. People с АВП. People должен сейчас встретить его. Встретил он, да, Чингиза. Еще одного встречает и People. Ну, третьего-то забери. Поем, где хелпа? Хелпу. Все, поем, хелпанул. Сейчас People, и счет становится 3-0. Ну, здесь ребята уже бомбу не поставили. Мифти может закупиться, в принципе. А, не все закупаются. Не все закупаются. Мне просто интересно. Зачем закупаться? Сейчас надо было Хантер, то есть он без брони. Можно было сделать себе и эко. В принципе. Ну, раз все закупились, я закупился. Ну, Шелли закупился броней, зато купил Гаил. Думаю, это будет куда пополезнее. Ну, да. Смотря как Вурдалак еще раз... Я не отбитал. Или Вурдалак. Вурдалак раздавал с Галилом просто сейчас на Мираже. О, не дал просто People сейчас надемажить стей. Но все равно минус 44 хп дал сейчас Чингиз по стею. People могут забрать сейчас. Просто выйти, а нет. Да, нет, навряд ли, мне кажется, People заберут. Но он просто смотрел мид, потом все-таки стал, начал опять смотреть дом. Дал флешечку на мид сейчас People. Ну что, будет он встречать, нет кого-нибудь? Покажите People. Опа, нет, втроем. Да, просто вышли втроем ребята и забрали. Без размена ребята выходят, но тут размен небольшой от хаоса вышел. Все, бомба сейчас будет ставиться на пленте. Стей с Вурдалаком пойдут воевать. Мне интересно, просто чьи смоки лежат на банане.
КТ, скорее всего. КТшные, да, наверное. Накидали ребят просто. Ну что, 3 в 2. Заходит с одной стороны. Не прочекают, ребята, не прочекают. Прочекают. То на то и вышло, что не прочекали ребята сейчас план. Пунте сидел там двоечки. И надавал минусов. Ну что? Эко у команды 7 тим. Вурдалак тратит все на все и просто берет сейчас новую. Новую. Зачем? К чему? Ну, может, он что-то покажет. В принципе, он на том инферно показывал очень хорошо. Хорошие результаты с ним. Ой, СТС, где вылетел. Просто дал жбан Михте и убежал. Пушку не подобрал. Да, пипл остается красным, но все равно забирает. Ой-ой-ой, встречает, ой, встречает новый круг. И его водолаг ничего не показал. Да, не показал новую. Остается один стей. Бомба идет на Б. Чел зажал, скилл показал. Просто все. Три двоечки дал сейчас скилл. Свой просто. Свой зажим. Зажим. Ну, три двоечки. Зажим АКМ мастер будем его так называть. Три двоечки. Не, не нравится так называть. Играет, по-моему, в стиле. Да, 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 да. Твой стиль. Ну что, 3-2. Пипл чекает мид. ВТБшки начинают потихонечку догонять. Я нашел баг очень неприятный в CSGO TV. Когда снайпер прицеливается и ты тыкаешь пробел, чтобы уйти от его просмотра, у тебя просмотр становится очень приближенным. Да? Ну, просто у меня автодиректор стоит, и мне как бы без разницы. Я ничего не тыкаю. Иногда просто, чтобы мне посмотреть, я могу перелистнуть на другого игрока. Ну что, стяжечка пошла на Б небольшая. Будут Аркадий, да, уже тут на шифтах перебираются Михти. Шелли, Шелли уже просто побежали. Ну все, да, побежали они на Б, тут сейчас будет Вурдалак встречать. С демоном. А, демона отогнали. Все, ослепили обоих, все, будут выходить. Все, да, должен сейчас сделать, да, Чинги сделать минус, все, Б свободно. В принципе, демон сейчас не встретит. А, ну может, может встретить, двух. Ой, встретил. Демон, красиво. Все, ставят бомбу, тем самым берут все деньги. Демон осталось два патрона на эмочке, он Хаус берет. Должен сейчас дать. Да, должен дать, должен был. Да, минус, минус два. Еще один остался в пункте. Ну все, в принципе, это раунд. Да. Команда F7 Team. 4-2. Ой, Шелли. Шелли не дает делать. Пипл побежал, слился просто. Когда потный демон мог его прикрыть и отстрелять. Молодцы, все равно как бы выбили план. Бурдалак показал, да, себе? Выбил. А, нет, потный демон показал себе сейчас. Mm-hmm. Делал минус 2 просто. Выбегал там Чингис с кем-то, с Михти вроде бы он выбегал. И попались под шальные пули. Двоечки что-то встал у меня. Там директор так на нем стоит. Классно. Не, ну ребята просто мне нравятся, как они закидывают на балкон хрен. Просто дамажат сами себя. Ну хоть и по хп, но все равно. Ребята молодцы, смотри, стей перебирать. Стей вообще. Он просто любитель посмотреть на все точки подряд. Да, просто, ребят, смотрите, я смотрю в небо. Я чекаю стену. Всё, смотри, смотри, видел, кинул как, да? Да. Раз, опа, забирай. И куда это улетело, вообще интересно. Мне тоже интересно, но сейчас просто красиво шел. Чингис видел, так руку зажал, такой, а, пацаны, не стреляй. И убежал. Все, и стей дал ему минус. Эти слепы выходят прямо вот сюда, в этот проход с мида. Потому что они зарвались на крыше. Вот мне тоже интересно, вот тут кинул вот он, да. Да-да, они на крыше взорвались, вот взрыв виден на крыше, и они вышли вот сюда. Когда Чингис выходил на мид, его слепануло. Ой-ой-ой, не встретил хаус, должен встречать, все, забить надо, нет, остался. 3 в 1 сейчас Шелли. Стей уже ждет его. Ну, он, скорее всего, будет сейчас сидеть на пленте. Стей должен сейчас дать был минус.
А, он сел там просто красиво. Ты получает пачечку. Сейчас еще, наверное, пачку получит еще кто-нибудь, ребят. Сейвся, сейвся. Ох, о, хорош. Еще и дал минус по демону вообще. Урдалака эко. Но должны его продропнуть сейчас были, в принципе. Да, продропнули его сейчас, ребята, дали ему кольт. И чувак будет раздавать кольтом. Ну что, 5-2. Всем тим, я смотрю, с новым составом просто начинаю потихоньку рвать. Ой, это... смотри, в наглую просто вылетел, дал минус 2 и убежал. Просто, ребят, не фиг зевать, он сказал. Все, Шелли думает, что он где-то тут стоит, и просто стоит его снимает. Да, тут слепого, крутого стея сейчас Хантер снес просто. Он закрылся, он его не видел, так и честно. Фипол напит. Хаус, слепого убивают. Ну хелповать надо. Ой, чувак, зачем с ножом-то бежать? Смотри, они вырезать пытаются. Потный демон не захотел этого делать. Хантер, да, они просто зарезать хотели. Тем самым сейчас... Хантер просто, наверное, себе, ну, нашибал, ну, не нашибал, ну, подзаработал чуть себе денег, но все равно эко, узишку взял сейчас себе Чингисхан, крутой Чингисхан с крутой узишкой, о, так она еще у него в камуфляже, ну, все, это фаст аркада Б, и Чингисхан просто, все красные, просто. Не кинули грены, они пошли на них. Просто... Поинт дал в конце концов минус 3. Встретили вурдалак с поинтом сейчас аркаду на Б, тем самым сделали счет 7-2. Закуп БТВшек. Закуп дал БТВшек. Смотрим, что же будет дальше. Ну, если в принципе ребята возьмут сейчас раунд. Ну, выигранная карта. Да. Ну не выиграно, но ой, ну People тут вообще просто в наглую действует, мне нравится его наглость. Причем People перетянулся на Б, когда его стандартная позиция была на миде. Да, ну ты видел, он в наглую просто зашел на банан, увидел там Хантер, да и дал по нему минус. Разменялись сейчас киллами, пошла небольшая перемычечка такая на Б. Стягиваются ребята сейчас, наверное, будут. Мне нравятся вот эти вот лазеры вообще, то что видно, куда прицеливается игрок. Ну все, пошла закидочка. Чингис 3 хп. Выносят, да, сейчас они. Грен нету у КТ. Это плохо, только слепый. Сейчас пипл будет, смотри, наглый опять. Чекает сейчас, смотри, вынес. Ой, да, просто дал минус. Тут ребята, смотри, как встали. Какая сейчас аркада, да, смотри, встали, да, ребята. Я вижу. Ой, а как это сейчас было? Ну, скорее всего, прострел просто детский. People, да. А вот в стенке с другой стороны он стрельнул 2 раза. Ну, все, остался вурдалак, давай. Ну все, тут уже бежал. 7-3. Ну дал минус. 10-7, вурдалак. Но помпа была поставлена, people. Деньги есть и у той команды. Где-то бай. Хаус 9-7, потный демон 7-5 и 7-7 показывает сегодня стейт. У команды БТВшек вперед никто не вырвался. У одного только двоечка. Двоечка. 3 двоечка. У него только 7-8. Что, аркада А? Коврики сейчас туда. People показал. People вообще наглый. Самый наглый. Хаус там стоит просто. Хаус, за... да, надымажил, но красный надо убегать, он понимает, что надо убегать с ковров. Ну и ситуация 5-2, не из лучших. Хаус красный. И делает все, минус. Смотри, просто на диване посидел чувак, дал 2 минуса. Забрал одного красного и одного синего. И вурдалак просто тут... На добивание сыграл, да, дропнули стея сейчас. Ну и все, у ребят нету бая у БТВ. А,
ну у них сейчас эко вообще прикольно, просто сейчас. Стей играет с Фамасом. Аркада сейчас, мне кажется, будет у ребят. Мик стоит на базе, решил просто отдаться. Для чего играть, когда можно умирать? Да, залетели они сейчас. А, ой, даль минус. Пройдут по десятке, наверное. Встало все что-то. Да, все, пауза. Ну, вылетел, скорее всего, Михти. Ну, что-то слишком долго они думали, что он вылетел, потому что он стоит на базе уже. Но очень давно. Видимо, они сделали минус, теперь понимают, что им надо заходить. Это, наверное, тактическая пауза. Наверное. В чате тишина. Тишина в Твиче. Да и там, и тут, везде. Вот все, пошла. И пошла. Пошла. Ой, тут хаос просто делает минус 2. Могла не идти. Ребята пишут, что на следующем раунде поставить паузу. People вообще самый наглый тип из всем тима. Просто, куда идешь, я тебе дам. Не ходи сюда, я сам сюда пойду. Все, Михти вылетел, и сейчас будет пауза. Да, вот все, пауза. Все, не надо паузу, пишет Чингис. Все, полетели. Ну и все равно кто-то стоит, да? А нет, все побежали. Михти побежал, все бегут. Все бегут. Двоечки, все, пошел, пошел на Б. Двоечки, да. Ну тут вурдалак нас смог кинул просто. И все. Тут раскидочка, смотри, смог и осколочная смог. Ой-ой-ой-ой, как будто просто знал, просто сейчас двоечки до такой степени надамажил сейчас он бурдалака. Заходит уже просто в плент. БТВ. На песках еще, о, Чингис, да. Красивый килл. Стоит на бомбу-то они оставили. Что... Нет, бомба-то, смотри, у них как раз на меде, сейчас они просто... Будут, наверное, через коврики или через двадцаточку забегать. Да, через коврики побежала сейчас бомба. Все, Чингис делает еще один килл. И... Перестрелка. Стей не будет забирать, наверное. А что делает у нас? Опный демон. Он ждал аркаду Б, да? Он сидел до конца, ждал. Ну все, тут его просто сейчас встретят, наверное. Чингис минус 4 показал ребятам, как надо стрелять с Гаила. Зря топает сейчас его забили. Да, забрал сейчас его демон. Демон, наверное, еще кого-нибудь сейчас заберет. Бурдалака, наверное, заберет. Бурдалака не забрал. Перекрестный огонь. Но забрали. Наберут сейчас просто БТВшки за собой четвертый раунд. Четвертый бай раунд. У них все на баях было в основном. 9-4. Еще два раунда нам посмотреть. И БТВшкам надо тащить. Да и тем надо тащить, потому что денег нету ни у тех, ни у тех. Но если сейчас будут просто фастовые такие аркады от всем тим, то мне кажется, просто БТВшки не будет такого накала. Самый богач 2-2-2. И не чекает, просто вурдал. Он стоит уже второго. Просто стоит, смотрит в голову, типа. Ну, дал только минус один просто, да? Он стоит, один зашел, он пострелил ему в голову, второй зашел, он посмотрел ему в голову. Ну все, один демон только сейчас на крайнем раунде закупается. Ребят, тратить-то деньги уже можно все, купите там броню себе. Вот я более чем уверен, что... А, нет, вурдалак взяли, вот. Хаос не взял, хотя у хаоса. Хаоса, да, у хаоса деньги, хаос не взял себе броню. Ну крайний раунд-то уже можно было. Просто как-то какая-то острота у него видно. Я думаю, что ему дадут на следующий раунд. Поручику. Чингис не дает минус по хаосу. Ну все, у меня автодиректор вообще, походу, не хочет со мной сгорать. Все, заходит на Б, сейчас тут демон будет встречать. Ну и все, разменчик. Стей остался один. 1-2, но смотри, тут один хп просто у Хантера, да он может его забрать.
Ой, оставляет еще красным Чингиса. Вот нормально сейчас Гвена вообще была. Забирай. Ой, смотри просто, как сейчас сидит. Ладно, пусть ребята дерутся, я сейчас покажу, как сидит там чувак. И красивый килл сделал. Вот, чувак тут сидел, и все, его уже нет, они уже побежали. Ладно. Никаких пауз, ничего не делают, ребята просто на кураже играют карту за картой. Да, в принципе, они уже... Время у нас только 8 часа, мы уже вторую карту почти доиграем. 9-6 счет. Дефузов себе сейчас берут БТВшки. Всего лишь один, причем. Шелли. То, что они сами как дефузовики, типа КТ-ш. КТ-шки. А. КТ-шки, КТ-шки, дефузовики. Ну, Шелли. Шелли в наглую уже просто прошел. Шелли с Чингисом прошли, тут сейчас демоны будут сзади, смотри, он сейчас будет... Ну, нет. Не могу сделать ничего сейчас, демона. Ну все, ребята, наверное, разошлись. Вардалак будет мстить сейчас за всех. Сделать минус 4, я поздравлю его с Новым годом. Ты видел сейчас, как делал Вардалак? Сел, встал, сел, встал просто. У него приседание сейчас было небольшое такое. У него, кстати, стоит, мне кажется, это, типа автокликера, потому что стреляет он странно. Как-то выстрел, два выстрела, выстрел, два выстрела. Или мышка у него просто X7 стоит. Ну, может быть. С двойным кликом. Да. Ой, смотри, настрелял сейчас просто. Хантер. 1300... Ой, 1337 или что у него какое? Может, еще раз нам покажет? Ну ладно, покажет. Все, мы... Постовая аркада от всем тим на А, на Б. Сейчас, скорее всего, будет слив. Да. Небольшой слив. Ну, забираюсь. Йокарен ты бабай. Шелли просто забрал троих с собой. Ты... Остается один плотный демон. Уходит. Сейчас встретит его. Чингис поджимает. Да, ты Михти встретил. Ну, Чингис, двоечки его поджимали там через церковь. Ну и Чингис ждал, сидел просто его. 9-8, что могу сказать, БТВшки, скорее всего, уже все догоняют они. Всем тимовцы. Всем тимовцы решили сделать так, гаю всем по головам. Ага, всем тимовцы, наверное, решили сделать так. Третья карта, ребят. Может, People их научил играть на Гаире просто. И так, и на People забирают. Сенсей умер. Сенсей умер. А Фома стащил. Да, Хаус научился стрелять. С Галила. Который, Сенсей, который People ему все показывал, как стрелять. Кстати, обходит вот Шелли, смотри, Шелли обходит сейчас. И его встретит. Сейчас будет стрелять. У БТВшек тебе может быть перекрестный огонь. Даже нет перекрестного огня. Чингис просто забирает. Да, этот Михти. Без шансов. И это 9-9. Посмотрим, что по деньгам. Ну, команды. Всем тим вообще. Очень ложовая ситуация. Закупили гренок, побежали воевать. А нет, это по 250 лишь. Сейчас сам богатый, 5 рублей он. Ну дымаж быстрее. Пипа взрывает. У Пипа в этом, в этой игре, ну вроде идет, вроде не идет, это один к одному. Периодически здесь себя показывает Чингис. Это его карта. Ну, в принципе, да. Чингис себя показывал на Мираже, когда они еще первую игру там играли, когда я тоже стримил через ноутбук. Чингис тоже, я видел, что он показывал свою игру. Ой, потный
Где он? Не знаю, что здесь Чингис есть. Получается Чингиса. А Чингис Урдалак остается в одного. А вот мне вот это интересно просто. Зачем на бэкграунде себе сейчас вот взял вот броню? Ну не надо было взять, ну слили же все равно. Ну ребята играть умеют. Все, за дропом пошел. И за дроп получает пачку от двушечек. У пипла что шло за КТ, сейчас у него уже не так хорошо. Всем тим, видно, все обладают хорошим интернетом, лежут просто в Красноярске. Пятюни у всех почти. Да, 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 вот двоечки и михти. Ну, в принципе, здесь все ребята, вот остальные из Новосибирска. Пипл, вот пипл он с Новосибирска. Шелли. Ну, а вот кто с Новосибирска, у них пинг побольше, остальные у всех. И опять плотный демон. Михти и Хантер, я даже не знаю, в принципе, откуда они. Я просто знаю, что как бы сам у них капитан, он вроде бы с Красноярска. Мне известно. Сейчас можно это будет прочекать. Чекай, я буду стрим. Хочу, чтобы ты смотрел, сказал, стрим смотрел, сказал. Что? Steam не хочет мне отвечать. Будем смотреть, как АИ. Ладно, понаблюдаем. Вот стоя, нам тут переключаю, что-то сейчас будет. Ребята решили посидеть немножко. Остается 30 секунд. Бомба у них лежит почти на базе. Бурдалак забирает, смотри. Все, перетяжечка на А пошла. Или на Б? На Б. Смотри, сейчас будет встречать их просто там. Ой-ой-ой, встретил Чингис. Встречать их будет сейчас там. Кто у нас? И Михти понимает, что это Б. Хантер сейчас будет встречать. Все, встречает одного. Михти. Ну, Пипл тут красиво встал. 2 в 2 ситуация имеет. По времени просто уже не успели. 10-9 счет. 11-9. Ой, 11-9 счет. Ну, как-то не заладилось просто. Сейчас последние 4 раунда у команды всем тим. Но все равно у них бай раунд. Все набрали себе АКМ. Пипл, Пипл бегает. Что-то как-то странно, у него 650 денег всего лишь. Блок. Ну, дал минус 10 хп он Хантеру. Но у Пипла за террористов идет не очень. Ой, поинт вообще. Поинт. Почему-то мне поинт его охота назвать. Потный просто сейчас. Да ладно, хороший. Это мне нравится. У меня автодиректор просто. Он на одном игроке заклинивается почти всегда. Я почему-то такой shift, у меня так и остается надпись включить автоматическое управление. Ты хочешь автодиректор включить? Да нет, просто написано же включение автоматического управления камеры. Если его тыкаешь, он почему-то вообще не включается. На там видно какие-то... Букву S нажми, C. Ну как, где наши... Все, 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 я понял. Включил? Да. Вот такие пироги, 2 в 3. И опять остается 30 секунд у потного бомба. Ну, они, скорее всего... Мне кажется, Шелли нет. Встречает. Увидел, увидел, увидел. Ой, это все, размер. Надымажил, вот, давай. Чингис. Перекрестный огонь. Чингис просто, да. Надымажил он потного и вурдалага дал минус. 12-9. Что я могу сказать? Что я могу сказать? Разыгрались ребята с команды BTV на Inferno. Но у всем тим сейчас бай. И смотри, что покупает двоечки. Это просто встречает ребят и ну отъезжает. И, все, и от потного демона просто сливается. Это было что-то. Чингис догоняет его. Покупать скар, выходить и отдаваться. Это не очень разумно. Этот скар причем и остался там валяться. Чингис один в пленте против четверых. Видит
и умирает. Дает грену. Просто троих задел. Чувствует, слышит. Видит. Вот, все, 3-2 ситуация. Ребята ставят бомбу. Остались только у нас. Кто у нас остался? Михти. Вот у меня что такое там, я понять не могу. Остался Михти с Хантердом. Сейчас ты их тут хаос будет чекать. Да, чек будет хаос сейчас. Хантерда и сейчас ковры. Ну нет, все, Михти убегает на сейф. И вот же первый же бай БТВ проигрывает. Да. 10-12, мне уже нравится этот расклад. Всем тим, давайте добивайте уже тогда просто, чтобы я пошел и занялся своим делом. Кстати, сегодня давай тоже фан-стрим опять устроим. Опять покажем. Посмеемся, как вчера просто дроид. Ребята, спасите. Это было что-то. Это было стоит, что-то с чем-то, да. Стоит с пацаном один на один, дерется и кричит спасите. Спасите. Не, надо было стримы тогда делать, когда мы играли просто все. Там он просто выдавал. Вот я вот сейчас покажу это место. Вот знаешь, вот как банан проходить. И право, вот эта аркадочка, вот эта небольшая тёмочка. Вот, ну, тёмка я её называю. Он встал вот, возле, не очень... возле дров налево. Ну, понял. Он назвал это. Ребят, он в специальном помещении. Все, нам просто уже дальше играть не хотелось. Мы реально встали колом все просто. Какое специальное помещение. Кстати, смотрим. Два минуса, смотри, открыл. А бомба бегает на базе. И хаос отвечает. People. People-то смотри, что делает он. Минус 3 уже делает, чувак. Подбирает красивый калаш. Красивый калаш, говоришь, подбирает. Не такой. Покажи калаш. Был. Был когда-то, я его потом выменял. И Шелли показал свою эмочку. Да. Дропаются ребята там. Прокидывают друг другу эмки. С такими лазерами бегают. Лазерные пацаны. Ну что, и у всем тим эко. Мы с тобой не расстанемся. Еще... Да, не расстанемся. О-о-о, давали, ах, Чингис не смог. Просто ну Шелли, что ты сидишь? Ребята вышли. Смотри, в тюрьме, чувак. Просто. О, красиво Шелли сделал все. Смотри, как он. Опа, поймал просто пацана, вышел просто Шелли, лови, чувак, я с тобой. По деньгам вообще просто беда, печаль. Сейчас еще скорее всего один, а нет. Да. Ну можно сделать бай, но блин, этот бай будет не очень приятным. Нет, будут бай, мне кажется, делать всем тим. Ну да. Да, берут бай. Вурдалак, хватает. Вурдалак, что будет брать вурдалак? Вурдалак себе берет тоже Галил вместе с демоном. А People House и Stay берут все по КМчику и бегут. Куда бегут? На миде встречают. Все, тут уже просто Хантер встретил Stay, который бежал с АКМом. А почему, интересно, потный демон не подобрал АКМ, который валяется вот у него под... Тоже... это, ну не стали ребята просто идти. Он же вроде сдох на банане. Отъехал там, хаос прячется. Что делает бомба, мне нравится. Что это она делает? Просто носится. People. Забирает. People должен открыть Б, там два чувака. Ну там два чувака. Один красный. И. Вот это было поворот, конечно, вот красиво. Это вообще просто, да, остался сейчас. Ну, убежали ребята, все тут просто красный. Хантред остался. Это была глупость. Надо быстрее перетягиваться, не могут еще выиграть раунд, конечно, БТВ. Ну, ставят бомбу, остается Хантред классный, красный, People тоже вместе с ним. Ну, вот все, Хантреда забирают. Ш
Шелли с двоечками бегут получать пачечки. Наверное, нет. Шелли забирает одного. Шелли, и people. Двоечки. People позиции. Смотри, что делать Хаус сейчас будет. А нет, people, что будет делать, смотри. People сейчас будет забирать чуваков. Да, не хелпанул. Но ну, а бомбу они не успевают. Ой-ой-ой. Че не убил. Ой-ой-ой. 14-11, ну что? Бая си у той и той команды. А нет, больше. У Чингиза нету бая, у него 1500. А, ну, ему скинули. Да, с деньгами, правда, сейчас у всем тим печаль, беда. Ну и, в принципе, у команды БТВ-шек тоже беда. 0. Ну, по баям почти, можно сказать, ровно, только гранат не ой, хватает. Вот, сделал open frag. Ну, тут размен получился. Ой-ой-ой-ой, 3 в 3 ситуация. 3 в 3. Все, тут Хантер просто уже начинает нервничать и идет в наглую сейчас будет топать. Ну покажите Хантер, да просто, он сейчас будет заходить и ловить. Ну, да, дал тут. Шелли делает. Потный демон чекает. Потный остался красный вместе с Хантером. Два в два ситуация, ну что, перетяжечка пошла на Б от Михти. Остался Шелли. Ой. Просто. Потный остается один. Идет на Б, кидает флешки, все. Ставит бомбу. Зря была флешечка, Михти просто по флешке сориентировался, куда идет. Ну что, 11-15. Я отойду команды... на этот раунд. Отойдешь, давай, отойдешь. 11-15 у команды всем тим. Эка, один Хаус себе покупает, Галил. Хаус, наверное, сейчас расстроен просто игрой. Как у них все? Ну, Хаус 1, 21, 21. Вурдалак 20, 20, 22, 21. Ну, уже вурдалак слился сейчас. Быстренько. Ну, Хаус, ну что же ты делаешь там? Ну, оставил хотя бы красный, просто Чингиза можно кинуть ему сейчас гранатку, ну, нету people делает минус по танку. Пошла перемычечка. Ой, а три чувака просто остались сейчас на А. Пошел Чингиз помогать Михти. Чингиз почему-то пошел красный помогать. Да, Чингиза просто. И Михти делает минус. Минус 2 делает Михти. Открывается аплент, остается один стей с кольтом. Бомбой. И это Дедаст. Ну все, тут значит, пацаны просто затащили. У нас закинуло уже быстрее по GoTV, так как GoTV рассчитан всего на раунд, а там по времени же все-таки как-никак. Ну что, третья карта Дедаст 2. Смотрим, что будет. Пауз. Сейчас я ребятам отпишусь. Я сейчас. Причем мы быстрее, чем ребята зашли на него. Почему? Да, мы почему-то быстрее залетели. Тоже это интересно. Ты отключил стрим? Делаю сейчас, отключу стрим, чтобы разъединить.